Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим серию видео о том, сколько можно купить того или иного продукта на минимальную зарплату в России и в Турции. Итак, минимальная зарплата в Турции, исходя из данных интернета, составляет 4253 турецкие лиры. В переводе на рубли эта цифра составляет 25 500 рублей. В России минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 13 890 рублей. И сегодня мы сравним подсолнечное масло. В России 1 литр недорогого подсолнечного масла стоит 126 рублей. На минимальную зарплату в 13 890 рублей можно купить 110 литров подсолнечного масла. В Турции 1 литр недорогого подсолнечного масла стоит 32 лиры 50 куруш, или же в переводе на рубли эта цифра будет составлять 196 рублей. На минимальную зарплату в 25 500 рублей в Турции можно купить 131 литр масла. Проведя несложный расчет, оказалось, что в Турции на минимальную зарплату можно купить на 21 литр подсолнечного масла больше. А если вам понравилось такое сравнение, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также вы можете написать следующий продукт в комментариях. Мы обязательно прочтем и соберем данные, чтобы составить следующее сравнение. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!